оно, вот это место, которое трепещет, оно не должно быть отдельно это, отдельно тик-тик-тик. Оно идет все вместе. Просто ты увеличиваешь амплитуду, да? Ты здесь работаешь, я здесь микрофон в руке, а здесь громко, потом тика-тика-тука-тика-тика-тука-тика-тика-тука-тика-тика-тика-тука. Здесь тише, здесь громче. Тут ты выходишь на пиано, а здесь громче. Не делай отдельно. Оно так, понимаешь, методично сделала это, перешла сюда, перешла то. Оно должно вот так. Поняла? Оно так лучше будет. Давайте прям это место. Пробуем. Перед этим пусть говорит что-нибудь перед этим. Там кусочек куплета. Маленький кусочек. Что там со словами? Давай так. Еще и английский язык. Ну что делать там с английским языком? Я все не... можно. Можно? Все можно. Можно? Нет, я имею в виду там можно. Это можно. Пошли. Прямо пошли это место. Прямо посиди на ней на этой ноте. О, суетливо, так суетливо там прямо. Давайте. Прямо с последним. Шейкер бери. С последним. Пошли. Так, было неплохо. Ты, главное, поняла, Александр Чванко. После этой ноты там что-то было... Да, оно сумбур, потому что она еще первый раз попробовала. Главное, что ты поняла как. Но тогда... Ты играть должна динамикой, каждой ноточкой здесь. То есть она в одной ноте уже динамика есть. Прямо вот. Да. Пошли еще разочек. Это же место. Проблема со словами? Нет. Ты же пела уже. Динамики работы, каждую ноточку. Никакой головы там. Прямо. Пусть будет так. Мы позитивно так заканчиваем ее и все.